А вот так вот выглядит вторничный рынок в Махмутларе. Частники и фермеры каждый вторник привозят свою продукцию, овощи, фрукты на продажу. Цены, соответственно, в лирах. Если перевести в рубли, то нужно умножать на 4. Но это актуальный курс только на 31 января 2023 года. Яблоки, бананы, апельсины, авокадо, огурцы, помидоры.